Представляем вам моторную яхту Панеке, построенная из стали и алюминия испанской верфью Астандау. 46-метровая моторная яхта класса Рина Панеке была сдана в 2008 году с модернизацией в 2018 году. Еще 4 каюты предназначены для размещения 9 членов экипажа. В главном салоне есть все для хорошего отдыха. Бар, где можно посидеть с друзьями, игровой стол и большой экран для просмотра фильмов. Открытые пространства тоже впечатляют. 5 отличных открытых площадок на террасе для загара, с роскошным джакузи с навесами с дистанционным управлением, удобными шезлонгами, баром, грилем и местом для обедов на свежем воздухе. 2 дизельных двигателя мощностью 2040 лошадиных сил обеспечивают крейсерскую скорость 12 узлов и дальность плавания 4500 морских миль. Хотите купить или арендовать яхту? Обращайтесь в компанию Co-France.